Ну вот, вот теперь можешь говорить, а то мама в шоке, ну. Я победитель школьного конкурса «Кто самый умный?». Так, среди каких классов все это проводилось? Среди третьих классов. Среди третьих классов ты оказалась со мной. Нет, среди всех классов. И четвертый тоже там был, да? Да. Да, и ты оказался самый умный. А по какому предмету ты делал? Это межпредметный. По окружающему миру. Да, ты же не все выбирал, да? Да. По окружающему миру. Сколько вопросов там было? Это было 2 недели назад, так уж я не помню. Много было вопросов, да? Да, немало. Ты на все ответил? Нет, не на все. Ты думал, что ты не выиграешь, да? Да. Потому что не на все ответил. А оказывается, ты на больше всех знал, да? Ну, может быть, и больше. Понятно. Тебе приятно? Да. А что, тебе дали грамоту какую-то или еще? Да. Ну, покажи. Сейчас. Она в портфеле, вон портфель. Да. Костя, хвались. Вот она, грамота. Вот она. Так. Ну-ка, сейчас мы ее. За выдающиеся способности. Самый умный. Ту-ту-ту. Молодец. А еще у меня есть еще одна грамота. Их что, две, что ли? Так. Да. И что это за грамота? Призер конкурса чтецов. Призер, там ты просто прочитал стих, да? Да. Сколько у вас там призеров? Призеров всего 2. Победитель 1. А, понятно. То есть победитель это первое место, призер это второе. Второе, третье, да. То есть ты 2 грамоты схватанул, да? Да. А в один схватанул сразу 4. О, понятно. А он какие? А он по математике, русскому. Победитель. Молодец. У него еще такая грамота. А ты просто не участвовал ни в русском, ни в математике, да? Да. И еще там у него была... еще. Но он в чтецах не участвовал, да? Да. Стихи ты учишь. И еще в какой-то. Ну ладно, это не так важно. Понятно. Ну а почему ты не стал участвовать в математике и в русском? Я не знаю. Ты просто не думал, что так можно, да, победить? Нет, просто учитель выбирал, кто пойдет. Кто куда пойдет, да? Да. Понятно. И тебя на окружающий мир послали. Интересно участвовать? Нет, меня послали на кто самый умный. А что, я уж выбрал? Я мог математику, русский. Ну, в следующий раз... Еще же будут конкурсы. Мир. Еще будут конкурсы в школе? Да. Ой, у мамы телефон. Ну ладно, давай. Я тебя люблю. Придумаем сейчас, чем тебя побаловать за такие успехи. Придумаем? Придумаем. Давай.